Специалисты геологической службы с большим вниманием и интересом наблюдали за работой новой буровой установки, презентация которой состоялась в преддверии Дня геолога. Буровая установка новая действительно, модульная, многофункциональная, мобильная, может в труднодоступные места поддержать, бурить скважины различного назначения. Эта установка разработана специалистами Московского опытного завода буровой техники. И уже опробована на производстве, работает, что называется, как часы. Буровая установка была продемонстрирована на территории офисного центра одного из предприятий группы компаний «Гидроинжстрой», располагающегося в поселке Развилка. Здесь, кроме конструкторов, геологов, геофизиков, буровиков, присутствовали и дети, участники кружка «Юный геолог-краевед», образованного на предприятии 2 года назад. Больше всего мне нравится на кружке то, что мы познаем именно минералы, горные породы. Но ты свою жизнь хочешь связать с геологией? Вообще, если честно, я думаю об этом, потому что я не знаю, с каким именно видом геологии, но хочется попробовать. Еще я узнал разные породы камней, побывал в разных городах. Вот, ну как бы мне тут нравится. Детско-юношеское содружество создано для того, чтобы привлечь внимание школьников к такой интересной и ответственной профессии, как геолог. Сегодня она входит в десятку самых востребованных. Геологов можно назвать разведчиками и открывателями новых месторождений полезных ископаемых. В последнее время, значит, мы немало внимания уделяем работе с молодым поколением. К сожалению, так получилось, что учебные заведения среднетехнические, они либо, соответственно, переориентировались, либо их количество недостаточно. И мы понимаем, что основное большое усилие надо прикладывать к тому, чтобы готовить смену для того, кто завтра, там послезавтра придет и продолжит то дело, которым мы занимаемся. Кадры решают все. Не мной это сказано, но я с удовольствием это повторю. И мы будем вкладывать и вкладываем средства и свои силы, и душевные в детей, в подрастающее поколение, чтобы потом они, закончив институт, вернулись к нам и приумножили и наш, и свой вклад в экономику страны. Ребята за 2 года существования кружка побывали уже во многих экспедициях, в которых вместе с более старшими товарищами участвовали в геологических исследованиях, за что им были вручены дипломы и подарки. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.